Всем привет, дорогие друзья, с вами канал RusFFPS, и это мое новое видео. И перед началом данного видеоролика я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, которые выходят ежедневно, иногда даже по нескольку видео в день. То есть первое, всегда стабильно премьеры выходят в 8 часов по Москве, и второе видео где-то вечером, где-то в 7 часов, либо в 5. Вот. Смотрите, сегодня у нас необычная тема. Я буду играть в FIFA Mobile на калькуляторе. Это мне очень тяжело далось. Смотрите, сейчас вы не выключаете это видео, это не кликбейт. Смотрите. В определенной степени это не кликбейт. Смотрите, сейчас вы видите FIFA Mobile геймплей с моего смартфона Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Или Note 5, я точно не знаю, либо Pro, либо Note 5. Вот, это графика средней настройки, то есть очень слабая, есть слабая, есть сильная. То есть слабую мы подразумеваем как среднее качество. Сейчас я играю на среднем качестве, и запомните этот геймплей, каким он был хорошим, веселым, потому что сейчас будет дикий трэш. Я облазил весь AliExpress, и где только не мог найти специальный переходник. У меня, у моей мамы есть старый калькулятор советский, ну точнее 70-х годов или 80-х, точно не помню. Короче, вьетнамский калькулятор, который поставлялся тогда в СССР. Вот. И через него я попытаюсь поиграть в FIFA Mobile, там, через специальный аккаунт. Короче, очень муторно. Я не советую это пробовать. Я, короче, потратил месяца два, чтобы найти все комплектующие и уже заснять видео на калькуляторе. А транслировать будет мой смартфон. То есть калькулятор у нас как железо будет, а смартфон будет как экран. То есть никакого, как вам сказать, смартфон не будет принимать участие в процессе игры, только как транслятор, то есть как смартфон. В общем, все, ребят, давайте будем выходить из матча, и сейчас вы увидите подлинный геймплей с калькулятора. Сейчас я выключаю и будем смотреть этот трэш, ребят. Кстати, я забыл вам напомнить, перед тем как мы пойдем играть на вьетнамском калькуляторе, я хочу вам анонсировать то, что у нас скоро пройдет кубок мобильных фиферов. На данный момент у нас 3 или 4 участника. Вот. Ссылку вот сейчас вы видите в подсказке на видеоролик, где я рассказываю про регламент и все дела. И мы вас ждем, участвуйте. Вот смотрите, сейчас у нас на данный момент в лиге сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6 участников. Но не все из них будут играть в Кубке мобильных фиферов. На данный момент у нас 3 участника. Всего будет либо 12, но скорее всего я хочу, чтобы было 16 участников. Поэтому переходите на видеоролик, который вот сейчас был в подсказке. Он будет еще в описании. Прямо в самом начале текста в описании он будет. И в закрепленном комментарии. Лучше переходите в комментарии, потому что в описании будет очень-очень много текста. Вот, переходите в комментарии, он будет прикрепленным, и там смотрите мой комментарий. Все, ребят, а теперь нам нужны участники, короче. Переходите. Вот, по ссылке. И смотрите мой видос тут. И все, ребят. Переходим к вьетнамскому трэш-калькулятору. Ребят, всем привет, с вами канал RusFFPS, и мы на калькуляторе. Короче, суть в том, что я микрофон подключен со смартфоном. Смартфон у нас как ретранслятор. Все железо у нас в калькуляторе. Я не знаю, какое качество потянет калькулятор, но давайте зайдем в матч и посмотрим, какое качество будет. Я ставил среднее. Вот я ставил среднее качество, которое было до этого. Я не знаю, давайте посмотрим, какое качество будет сейчас. Какое потянет. Так, если я не ошибаюсь, это слабое качество.
Так, ну смотрите, вьетнамский калькулятор, смотрите, вьетнамский калькулятор, который, которому уже больше 30 лет, тянет FIFU Mobile. Мой Samsung Galaxy J1 не тянул FIFU Mobile. Вы серьезно, ребята? Ё-моё, он тянет игру. Я в шоке. Кстати, на, вот, на слабой графике посмотрите сейчас. Как вам сказать-то? Блин, ё-моё, тут кнопки путаются, ё-моё. Это, знаете, это как игра через эмулятор. Вот. Сейчас я вам покажу, сейчас мы подойдем к воротам. И да, еще если вы не подписались, не поставили лайки, не нажали на колокольчик, то обязательно делайте это. Посмотрите на болельщиков. Вот слева. Болельщики, как FIFA 14 Mobile. Вот, настолько графика упрощена. Но на самом деле это обычная слабая графика от FIFA Mobile. Она, видите, просто немножко упрощена. Вот. Многие мобильные фиферы снимают на такой графике. Вот. Смотрите, сейчас мы все-таки уже забьем гол. Сейчас. Ё-моё. Мане. Смотрите, сейчас Мане забьет. Сейчас кто-нибудь из нас, из наших забьет гол, и я вам объясню, как я с помощью вьетнамского калькулятора смог поиграть в FIFA Mobile. Немного необычный видеоролик для моего канала. Это вообще трэш. Ё-моё, сейчас будет уже Краснодар-Рубин матч. Я болею за Рубин, и я должен уже быстрее заканчивать это видео. Поэтому Агуэро красивым ударом с добивания не забьет. Очень мне нравится Адер Санталиска, несмотря на его плохие статы, он мне очень нравится. Пушка и странно, не забивает Адер Санталиска. Вот, сейчас, смотрите, Мане. Мане с левой ноги в дальнюю. Этот видеоролик обречен быть идти все дольше и дольше. Ладно, сейчас Андерсон Талиска забьет. Талиска. Ребят, проголосуйте, ну или в комментариях напишите, как вам геймплей для вьетнамского смартфона, серьезно. Вьетнамского смартфона, вьетнамского калькулятора 80-х годов. Агуэро бьет, и сейчас я вам расскажу, как я смог поставить игру на вьетнамский калькулятор. В общем, смотрите, на каких-то левых сайтах черных я нашел сильную схему, но для этого нужно быть очень крутым программистом, смотрите. И найти на Алике был только 1-2 магазина, которые продают запчасти для того, чтобы вот я смог поиграть. Да и то там один был, меня кинул в магазин, а другой более-менее нормальный, но там детали все равно какие-то стрёмные были. Ну, 30 лет прошло, ребят. А тем более, тут нужно же угадать, какие смартфоны будут через 30 лет и какие калькуляторы сейчас идем, на какой финт. Вот, поэтому это очень сложно, и я вам не советую этим заниматься. Ну, потому что реально, это геморрой полный, и все равно графика не очень. Ну серьезно. Ребят, вы серьезно подумали, что я на калькуляторе играл? Ё-моё, короче, ребят, я уже этот видеоролик перезаписываю, потому что я его случайно удалил. Короче, конечно же, я не играю на калькуляторе. Ладно, ну, согласитесь, вы, я надеюсь, тоже со мной посмеялись знатно. Ребят, правда, смех в том видео был намного смешнее, чем сейчас. Серьезно. Я пытаюсь себя смех выдавить, короче. Ё-моё. Вот. Конечно же, не ставьте дизлайк, потому что все равно никакого кликбейта нет. Видео сделано исключительно в юмористических целях. И, короче, все персонажи вымышленные и все дела. Вот. Ребят, конечно же. Блин. Короче, суть в том, что вот давайте реально, ребят, вот до этого момента, пока я вам не признался, ребят, вы верили, что я реально на калькуляторе играю или нет? Вот только честно, ладно, ребят, вот сейчас будет опрос, или напишите в комментариях. Вот серьезно, возможно, вы реально поверили, ну мало ли, серьезно, вдруг вы поверили. Вот, я бы тоже поверил, наверное. Вот, но это никакой не кликбейт, это юмористический ролик. Ну, нужно там знать об этом. Вот, типа юмористический, жанр юмор и жанр кликбейт. Кликбейт это хрень, конечно, а тут у нас
кликбейт ради... Ну, не кликбейт, а небольшой обман ради юмора. Ну, реально, вы же тоже посмеялись, наверное. Такие, типа, чё? Типа, чё, он на калькуляторе играет? А потом такой, я признаюсь ему, чё, это не калькулятор был, да как так? Вот, короче, ребят, я надеюсь, я вас развеселил, поэтому ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на мой канал. А, и также, вот я вам говорил про кубок мобильных фисера, вот выходит подсказка, и ну, в комментариях перейдите и заходите на тот видеоролик. И смотрите, его там весь регламент, все дела, и участвуйте, потому что у нас пока всего лишь 3 участника, нам нужно собрать хотя бы 16 человек. Вот, ребят. Все, подписались, лайк поставили, колокольчик нажали, и я надеюсь, вы поржали со мной вместе. Вот, и сейчас запрос будет, как поржали или нет. Вот, пишите в комментариях, как вам такой прикол. Ладно, все, не болейте, потому что как вы больной будете смеяться. Ну ладно, шучу уже, сейчас короче, матч. Ё-моё, уже матч начался, ребят, все, я побежал. Подписка, лайк, колокольчик, видосы каждый день, иногда по 2, ну, такое тоже бывает, видосы каждый день, 8 часов по МСК. Все, ребят, не болейте, и всем пока. Ё-моё, я все еще угораю. А, 8.02, ну все, ребят, я побежал, всем пока. Рубин чемпион. We'll be right back.